я даже извинюсь. Анкара извинилась. Владимир Путин получил письмо с извинениями за сбитый Су-24. Говорю, извините. Говорю, извините. Сказал, извините. Чтобы выразить сожаление, турецкий лидер собирался с мыслями почти 7 месяцев. Cumhurbaşkanı Erdoğan kusura bakmasınlar ifadesi Rus pilotun ailesine yönelik bir ifade. Erdoğan'ın mesajında izvinite kelimesinin kullandığını belirtti. Эти отношения имеют шанс на какую-то нормализацию. Türk milleti de Rus milleti de bu krizin artık